Знаешь, когда дело касается маньяков, тут надо смотреть на проблему шире. Так же, как на наркоманию, алкоголизм. К сожалению, методы борьбы с этим, они очень локальны, и они снимают следствие, а не причину. Вот причина, на самом деле, недолюбленность. Потому что наш социальный мир давно погряз в какие-то иллюзорные достижения целей. Люди гонятся, вместо того, чтобы именно прямо сейчас насладиться моментом. Ведь все маньяки, они просто недолюблены. Их в детстве гнобили. Их родители подавляли. Понимаешь, так же, как и с наркоманами. Им не хватало просто любви, человеческого душевного отношения. Когда это будет в обществе, когда реально будет каждый человек к другому относиться как к брату, хотя бы как к близкому другу и знакомому. Понимаешь, просто с душою. Искренне. Вот этого всего не будет. Естественным путем. От того, что их сажают, убивают, смертная казнь какая-то. Проблема не решается. Ну, народ, ну, если он маньяк, это уже болезнь. Его страхом не запугаешь. Ну, и что толку? Понимаешь, его не запугаешь уже. А если ты копаешь в причину, и все общество, оно построено на любви, на искреннем дружеском отношении друг к другу, этого естественным путем не будет. Понимаешь, надо глубже посмотреть на ситуацию, глубже именно в нее окунуться, и она решится совсем другим путем. Если он готов копаться в себе и осознавать в том, что причина не в этих людях, ведь тех людей, которых он ищет убивать, они отражение обидчиков из детства. Он чаще всего ищет, очень много случаев, когда мать гнобила ребенка, и он становился маньяком. Он именно убивал тех женщин, которые очень похожи на мать. Он не мог ей в детстве это высказать. Он не мог маме сказать открыто: «Мама, ты меня подавляешь, мне больно, мне тяжело». Он себе это закрывал, блокировал, а потом просто в какой-то момент не смог уже все блокировать. Эта энергия заблокирована. Рано или поздно бывает вырывается наружу. Понимаешь? И все.